Думаю, самое время представить нашего гостя. В прямом эфире мы приветствуем лауреата премии международного конкурса «Романсиада» Дениса Гречишкина. Доброе утро. Здравствуйте. Денис, расскажите про... вот в микрофон нужно говорить. Расскажите, что это за конкурс и какую там вы исполняли композицию. Международный конкурс песни... Поближе. Да. Международный конкурс русских романсов. Там исполнялись... в трех турах разные композиции. Это классика, советский композитор и современный романс. Вот, сейчас я вам исполню советского композитора. Ну, вы представитель поколения такого, который... Молодого. Да, мне кажется, далек от вот этих вот романсов. Сейчас же эти всякие Тимати, Максы Барских, вот это Моты. Вся... Эти, как его, Моты, этот... Господи, прости, Нюша. Господи, дай бог ему здоровья. Егоры Криды. А вы исполняете, то есть поддерживаете вот это вот наследие да. советской эстрады. Почему? Кто... вас вдохновляет на это и повлияло на ваш музыкальный вкус? Ну, влияют, конечно же, профессионалы этого дела. Мне нравится исполнение русских романсов, а в них сложена душа, чистота русского духа и любви. И сейчас для вас, дорогие телезрители, мы это все продемонстрируем и услышим. Пожалуйста, фонограмма. Поля так грустны, липы просят подождать до весны. Кверху дном все лодки молча лежат, как пилотки задремавших солдат. Но ты помнишь, как давно весне мы на чертовом крутились колесе, 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 а теперь оно во сне. Но я снова я лечу, ах, и одно слово я кричу, кричу, люблю и лечу, я к звездам кричу и вновь лечу, ла-ла-ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Так бело, так бело, словно парк мою любовь замело. Дискобокс минуток молча увяз, танцплощадки под снежком снится вальс, и как будто бы забыв я про все, только черт заводит снова колесо, 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 и летит твое лицо. Но я лечу с тобой снова.